В Мексике изготовили самую дорогую в мире бутылку коньяка. Лишь приблизительная ее стоимость – 2 миллиона долларов. И дело не только и не столько в самом коньяке столетней выдержки. Поистине ювелирным шедевром является сосуд, в который разлит напиток. Бутылка выполнена из платины, золота и украшена россыпью из 6500 бриллиантов. Имя потенциального покупателя неизвестно. Однако, вероятнее всего, новинка пополнит коллекцию одного из арабских шейхов.